система образования активно включена в процесс информатизации. Здесь следует различать два важнейших процесса. Это процесс собственной информатизации системы образования и вопрос цифровой трансформации системы образования. То есть, если мы говорим об информатизации, то речь идет прежде всего о показателях инфраструктуры. То есть это о числе компьютеров на 100 учащихся, это число учреждений, которые обеспечены широкополосным интернетом. А если мы говорим о цифровой трансформации, то это процессы, касающиеся дистанционного обучения, количество специальностей по обеспечивающим как раз специалистами в сфере IT-технологии. Это новые образовательные технологии, новые методики, новые подходы. Поэтому на сегодняшний день у нас разработана концепция цифровой трансформации, которая сейчас находится на обсуждении. Мы надеемся, что к концу года мы ее уже начнем внедрять. За последние 5 лет у нас появилось 30 новых специальностей, которые охватывают IT-сферу. Это касается только высшего образования. Укрепление позиции дистанционного образования – тоже важнейший вопрос, потому что дистанционное образование – это не только вопрос создания соответствующей инфраструктуры, но это еще и новые методики, новые образовательные подходы. Обучение дистанционно – это не просто чтение лекций по телевизору, это совершенно другой, технологически другой подход, который должен обеспечиваться соответствующими образовательными методиками и технологиями.